Здравствуйте. Сегодня я расскажу, как сгенерировать карту изображения или мапари для своего сайта. Для генерации зайдите на сайт crazyspiral.ru. В левом меню выберите пункт мапари по изображению. Здесь вы можете увидеть пример сгенерированных мапари, прочитать краткую инструкцию по генерации и сгенерировать вашу собственную карту. Для генерации нам понадобится черно-белое изображение, такое же как вот это. Я подготовил изображение заранее, но это занимает много времени. Для генерации притащите ваше изображение в зону загрузки. Подождите несколько секунд. Как вы видите, карта сгенерировалась. Ее можно отредактировать, либо просто скачать результат. Не забудьте оставить свои комментарии, поделиться с друзьями, либо оказать сайту небольшую материальную помощь. Ваша поддержка очень нужна для развития проекта. В следующих видео расскажу о других полезных инструментах. До встречи!